С начала этого года в Якутии зарегистрировано более 100 тысяч нарушений ПДД. Такие данные приводит госавтоинспекция. В основном это несоблюдение скоростного режима. Сегодня на территории республики работают 34 комплекса фото- и видеофиксации. В 2016 году часть установок передана Управлению автомобильных дорог. Ведомство использует передвижную технику в наиболее аварийных местах. Инспекторы отмечают, что одним из самых частых нарушений является правило стоп-линии, в том числе и за раннего старта. Когда водитель подъезжает к перекрестку, да, Петровского, Ленинска, останавливается, перед стоп-линией нарушения нету. Потом, когда загорается желтый сигнал светофора, все начинают уже тихонько начинать движение. Согласно правилам дорожного движения, желтый сигнал светофора запрещает движение. Влечет данное нарушение штраф в размере 800 рублей.